мало. Мам, он правда существует. Хватит! Почему все твои сестры нормальные, а ты нет? Ну почему мне никто не верит? Он постоянно приходит и злит меня. Надоело! Иди отсюда, я не хочу тебя видеть. Из-за этого дурацкого гнома меня никто не любит. Ну за что? Что в тебе никто не верит? Честно, что? Он противный. Лучше, чем твои! Убери ножницы! Нормально, девочки! Вы опять? Ну, наконец-то! Еще бы пару секунд, и твой канат лежал бы в мусорке! Девочки, мне нужна ваша помощь! Ну, девочки, вы чего? Мы вообще-то заняты, не видишь? Ну там гном опять ходит за мной. Серьезно? Ты пришла нам опять сказки рассказывать? Ну почему мне никто не верит? Бритни! Как ты меня бесишь! Свали из нашей комнаты! Мэри, хоть ты мне веришь? Ты шо, прикалываешься? У тебя ж вон, смотри, мозги уехали! Беги, догоняй! Ну почему? Никто не верит. Мне кажется, я сошла с ума. Девочки, вы где? О, вернулись. Здорово. Че спряталась от меня? Чего она меня боится? Не понимаю. Фух, никого нет. Меня достал этот мелкий гном. Спящая красавица, вставай, вставай. Ну спаси меня, пожалуйста. Надо ее разбудить. О, точно. Вставай, вставай, вставай. Капец, ничего не помогает. А тебе вообще никакого толку? Что, не получается ее разбудить, да? А! Как ты тут оказался? А-а-а! О, Белоснежка, одолжи ко мне пару долларов. У меня с деньгами сейчас проблема. Я? Деньги? Тебе? Мою любимую спящую красавицу разбудишь. Мама, я его уничтожу! Ты что, вообще ненормальная? Хватит всех обманывать, никакого гнома не существует! Он, наверное, под кровать залез, смотри! Ага! Что? Его там нет. Нету. Все, я вызываю врача, тебя... В больницу нужно отправить! О, точно! Он в шкафу! Вот смотри, смотри! Вот обманщица неблагодарная! Ненавижу, ненавижу, ненавижу! Вот сумасшедшая семейка! Не дадут в ТикТоке нормально посидеть! Девочки, кто хочет позавтракать быстро на кухню? Эй, расступись! Приветули, мама! Ты зачем так пугаешь? Ма, дай мне похавать! Сковородка? Откуда она у тебя? Это мне от бандитов защищаться! Так тебе никто и на метр не подойдет. Кстати, мам, а ты не видела моего хамелеона? Сейчас гляну. Знаю, он сказал, что устал голодать и сбежал от тебя. И стой со стола! У меня нет времени. Где еда? Садись давай.
зачем ты грязный и вонючий ковер на стол? А зачем Белоснежке дурдом? Если она и так в нем находится! Мой прекраснейший ковер может замерить скатерть. Всегда знала, что ты ничего не понимаешь. Жасмин, быстро убирай это! Как хотите! Жрать! Насыпаю. Боже ты! О, наконец-то я буду кушать. А можно мне тоже порцию, пожалуйста? Тебе? Ладно, ты же все-таки моя дочь. Садись. Ура! Так, всем приятного аппетита. Спасибо, маман! Благодарю. Мне только две штучки? Мам! Прости, но больше хлопьев нет. Но это была новая пачка. Ты ее только что открыла. Так, давайте кушайте быстрее, там еще девочки кушать хотят. О, гости пришли. Это к тебе твой невидимый гном пришел. Лучше я пойду позавтракаю с противным гномом, чем с вами. Ну-ну, иди. Иду. Добрый день, миссис. Ого, ты кто? В нашем городе таких богатеньких нет. Я принц Мартин. Ого, кто? Принц? Настоящий? Я, конечно, дико извиняюсь, но что вы делаете? Ой, извините, я просто первый раз настоящего принца вижу. А я в таком ужасном прикиде. Я остановил свою карету возле вашего дома. Я ищу принцессу, которая потеряла эту туфельку. Так это моя! Как ты меня нашел, мой принц? Это точно ваша туфелька? Точно, точно. Так, давай. Сейчас, секундочку. Чего-то не влезаю. Ногти, наверное, забыла подстричь. Так. Так и знал, что меня в этом доме будут обманывать. Стоять! Куда же ты? У меня в доме столько дочек. Тебе по-любому понравится одна из них. А они принцессы? Да, конечно, все принцессы. Правда, глупенькие немножко. Одна вообще того, но ты точно найдешь свою возлюбленную. Ну хорошо-с, я останусь. Показывайте своих принцесс. Ой, ты даже не представляешь, что тебя ждет. Идем. Вы испортили мой ковер! А вы испортили мою жизнь. Я вас сейчас всех заморожу. Успокойтесь! Решу, когда мне успокаиваться! Стоп! А вам не кажется, что спящая красавица пошевелилась только что? Ты шо, серьезно сейчас? Она уже сотку лет не двигается! Ага, что с ней не делай, она всегда спит! Ну тогда получайте вы! Устрой здесь бардак! Мам? Это не я, честно. А ну-ка подумай еще раз. Слушайте меня. У нас в доме принц, и он ищет себе невесту. В натуре принц! Принц? Принц? Да, глупая. У него есть туфелька, и кому она подойдет, та и станет его невестой. Все, готовьтесь. Девочки, это судьба. Я буду с принцем. Вообще-то, я тоже ищу принца себе. Загадайте губу, девочки! Вы со своими ластами ни в одну туфельку не влезете! Да ты вообще ноги никогда даже не моешь! Куда тебе еще принц? Ну, что сказать? Я первая. Нет, я! Принц? Ого, нужно срочно накраситься! Так... Быстрее, нужно. Где же моя помада?
Вот это моя дочь Эльза. Ой, извините. Ну, вашей дочери очень приятная внешность. Ты тоже ничего так. Какой позор. Ну, я вас оставлю наедине. Надеюсь, принц не убежит. Мам, не переживай, я его никуда не отпущу. Эльза, а расскажите немного о себе. Да, Эльза, расскажи, как ты у нас готовишь, убираешь. Мам, ну не перегибай, брать принцу неприлично. Ну, я пойду, а то у меня там молоко убегать с плиты. Не, ну опять вранье. Так, давайте перейдем сразу к делу. Вот, примерите туфельку. Какой отстой, сейчас вообще такое не носят. Но так я найду свою невесту. Да? Ну ладно, тогда давай попробуем. Маленькая? Так, еще секунду, я смогу. Аккуратней, ты же ее сломаешь. А нормальный размер нельзя было купить? У моей невесты должна быть маленькая и аккуратная ножка. А вообще-то я считаю, что 45 размер это тоже маленький. Все, отдайте туфельку. Вы не моя избранница. О нет, моя судьба ускользнула. Нет. Чем бы мне еще удивить принца? Какого еще принца? Приехал к нам выбирать невесту. Почему мне никто не сказал? Какой принц? Ты себя вообще видела? Мама тебя даже не покажет. Мы тебя не любим. Я нормальная. Ты разговариваешь с птицами и с какими-то гномами. Ты тю-тю. Странно, что ты еще с нами живешь. Мне нужно покорить принца. Зеркальце, подскажи, плиз. Что, свидание намечается? Зеркало разговаривает. О, это ты? Когда ты перестанешь меня пугать? Что ты такая дерганная стала? Бесишь! Это ты меня бесишь! Какое свидание? Ты же не очень выглядишь. Как ты смеешь такое говорить? Лучше бы ты всегда меня слушала. Стой, а может ты и вправду хочешь мне помочь, а я злюсь на тебя. Дошло наконец-то. Не будешь орать, я тебя накрашу. Круто, давай. Теперь ты похожа на человека. Готова? Может ты хороший на самом деле? Да я тебе еще лучше сделал. Спасибо, скажи. Ужас! Все испорчено! Ну, наконец-то она свалила. Хоть отдохну спокойно. Мама! Да что? Прости! О, боже! Белоснежка, что у тебя с лицом? Меня гном ужасно накрасил. А, гном уже стал визажистом. Супер! Как мне пойти на свидание с принцем? Никакого свидания! Ты себя видела, позорище? А, мам, я умоюсь, и все! Я запрещаю тебе видеться с принцем! Мам, а сейчас резко повернись назад! Мне, по-твоему, делать нечего? Если я резко повернусь, у меня шею заклинит! Гном, сзади! Как я на это повелась? Ева, ты обманщица! Мама! Ты меня не любишь. Ты врешь всей семье. Хватит. Никакого тебе принца. Почему? Ты реально думаешь, что тебе поверят? Я устала уже на тебя злиться. А может, тебя нет? И это мое воображение? Я настоящий. Ай, как больно. Чувствуешь? Ребята, меня мама не любит. А вы? Пишите в комментариях. Стой, кому-то говорю! Догоню! Ой,
Вот это моя вторая дочка. Надеюсь, что она будет воспитанной, а не как та первая. Надейся. Стоп! Она что, спит? Ща, подожди. Вставай, дочь, вставай! Вставай, принц пришел, вставай! Дотя! Дотя, просыпайся! Дотя! Дотя! А может, не будем ее все-таки будить? Ой, да она постоянно в таком положении. Наоборот, хорошо. Мозги тебе не будет выносить. Храпит и все. Как-то это странно. Короче, не сиди без дела, давай туфельку мерить. Хорошо, а вдруг она и вправду моя невеста? Блин, позорище! Нужно снять носок! У-у-у, не советую! Нужно примерить туфельку! Так... Туфелька совсем маленькая! А, не подходит! Ты совсем не старался, отойди отсюда! Так, давай! Еще чуть-чуть! Так, уже пару пальчиков залезла. Так, почти. Чуть-чуть. Сейчас, секунду. Давай. Все, хватит. Я знал, что мою избранницу будет нелегко найти. А я же тебе говорила, нужно было меня выбирать. Так хоть шанс упустил. Так, все, пойдем. Нас уже заждались. Будь здоров, принц. Но я не чихал. Кажется, мне нужно взять выходной. Хотя я и так не работаю. Так, все, идем. Не, ну нормально. Ему еще мои ноги не нравятся. Он тоже такой стрёмный. Ходит, что-то выбирает. В этой комнате какие-то странные звуки. Удивительно. Откуда у тебя такой бардак на голове? Я гналась за соседскими собаками, упала с дерева, а еще... Тихо! Ну, в принципе, твой день был обычный, как всегда. Не, сегодня я хотела стырить соседских уток. И что, совесть не позволила? Не, меня просто спалили, вот и пришлось по бурику сматываться. Слушай, ты когда будешь мерить туфельку принца, пожалуйста, не рассказывай ему об этом. Точняк! Мам! Я шубов не ношу. Рапунцель, ты могла хотя бы ноги помыть? Они ужасно грязные. Это ты просто такая хозяйка, вот поэтому и пол грязный. Ага. Быстро пошла, помыла ноги. Ага, я только покупаю. Блин, посмотри, сколько крошек. Рапунцель, ты поросенок, поняла? Мам. О, опять же будет про своих невидимых гномов рассказывать. Ага. Тихо. Расскажите мне, как выглядит принц? Красивый? Высокий? Ну уж точно не такой, как твой гном. Вы не представляете, как мне грустно. Мне даже поговорить не с кем. Меня никто не любит. А ты гному пожалуйся! Надо. Зачем ты меня сюда притащила? Помнишь, я рассказывала про гнома. Только не говори, что... Он живет здесь, прямо у нас на чердаке. Пока. Стой! Не уходи! Мне страшно! А мне все равно! Он спит, наверное, в сундуке. Ага! Ой, пусто. Пока. Стой! А может он на крыше? Ну ты и обманщица! Опачки, какие люди! Жасмин, а зачем ты таскаешь этот ковер за собой? Это мой ковер-самолет. Полицейский! Ой, что-то не работает. Одна гнома видит. Другая на ковре летает. Вы совсем... Жасмин, ну хоть ты помоги мне найти этого гнома. Не-не-не, мне еще к свиданию готовиться.
Так что я полетела! Пацаны, пешком. Эх, жаль, а такой шанс был. А зачем меня искать? Я всегда рядом. Ах ты, я тебя догоню и в сюда засуну, сдавил ведь. Попробуй догони. Догоню. Подождите, а что это за звуки на чердаке? У вас что там, еще одна дочка? Не переживайте, это просто крысы бегают. Нормальные у меня ноги, нормалек. Чем мне нравится? Даже чище, чем на прошлой неделе. Где же принцесса? Принцесса! Ой, кто это? Ой! Ну где же ты? Никого нету. Пойду я. Ты кто такой? Меня зовут Мартин. Что тебе надо, Мартин? Решил нашу семью обокрасть? Нет, я ищу себе невесту. Я принц. Вот это я тупанула. Ой. Это, а чем докажешь? Ну, у меня в кармане лежит туфелька. Это фуфло ты называешь туфелькой. Можешь даже и не мерять. Я вижу, нога у тебя большая. Точно не влезешь. Зуб даю. Я там лезу. Не переживай. А вот обратно не обещаю. Блин. Ой. Походу я ее это сломала. Того. Чего? Короче, Мартин, забирай эту свою туфлю. Я не твоя невеста. Упс. Я ничего не видела. И меня никто не видел. Так, только доказательства надо убрать. Кто мог вырубить принца? Может, просто подскользнулся и упал? Да-да, точняк. Просто подскользнулся и упал. В нашем доме ничего просто так не бывает. Ну, его точно не вырубила сковородкой, правда? Тогда я его поцелую, и точно он проснется. Так и скажи, что просто хотела чмокнуть его. Кстати, почему-то принц не встает. Может, еще разок? Ой. Что это с ним? Эльза! Ты его заморозила? Какой ужас! Подожди. Вот, девчонки, пледы. Сейчас мы его согреем. Помогите! Приветик, давно не виделись. Я что, потерял сознание? Нет, ты просто уснул. Заразился от нашей спящей красавицы. А еще снилось, что меня вырубили сковородкой. Два раза! Я даже знаю, кто. Но это не я. Честно. Слушай, а хочешь, я тебя покатаю на ковре-самолете? Нет. Мы будем искать моего хамелеона. Нет, мы пойдем лепить снеговика. Стоп! А меня вы спросить не хотите? Принцам слова не давали. Лепить снеговика. Искать хамелеона. Я уже для нас поселила свой ковер самолет. Или снять хамелеона. Нет! Его еще на следующий.
свидания ходить у нас. Красотка. Так, посмотрим. Не, что-то не очень. Нужно перефоткать. Так. Фу, отстой, отстой, фу! Перестань, гном! Почему ты постоянно называешь меня гномом? Мелочь пузатая, подойдет? А вообще-то у меня есть имя. Гном Тупица? Нет, сама такая. Я вообще-то гном Веселун. Кто? И за что мне все это? И почему ты преследуешь только меня, а от других прячешься? Мне нравится тебя доставать. Ты смешная, глупая, страшная. Дальше продолжать. Замолчи. Все и так думают, что я сумасшедшая. Ай, дурацкие волосы. Лучше бы Эльза тогда их обрезала. О, Рапунцель, помоги сбежать, а? Зачем? Ну, меня мама просто так не выпустит. А я через окно спущусь по твоим волосам. Ого! Да посмотри, сколько ты весишь! Мои волосы просто тебя не выдержат! Я на диете была и питалась одними яблоками. А одно даже было заколдованным. Если еще раз ты притронешься к моим волосам, то я тебя точно вниз пущу! Черт, Жош, зубы мешают. Би-би-би. Конечно, как убирать, так сразу Белоснежка. Надоели, даже с принцем не познакомили. Фу, этот дом меня уже сводит с ума. Ой, простите, я не хотела. А как ваше имя, прекрасная незнакомка? Белоснежка. Вы такая милая. И тоже принцесса? Получается так. А я принц Мартин. Офигеть. Принц? Вы, кстати, самая нормальная принцесса из всех, что я видел сегодня. Ага, нормальная. Только с гномом разговариваю постоянно. Что, простите? Да ничего, я шучу. Надеюсь, мы с вами еще увидимся. Мартин! Я ее напугаю! Принц Мартин! Эй, ты чего меня не замечаешь? Алло! Интересно, а где гном? Белоснежка, я тут! Алло, алло, алло! Странно. О, нет! Она меня не замечает! Белоснежка! Ю-ху! Да! Блин, блин! Спящая красавица! Эх! Ты снова спишь. Тебе не надоело. А знаешь, ты единственная, которая, возможно, любит меня. Я с тобой никогда не говорила. А вообще, я познакомилась с принцем. Он на самом деле очень красивый. Если бы ты только могла его увидеть. Белоснежка! Ой, опять ты, мелкий. Ты меня видишь, ты меня видишь, ты меня видишь. Ура! Фу, не трогай меня, ясно? А я уже так начала переживать, а ты пошутила. Мне от тебя никуда не деться, поэтому приходится выкручиваться. Да уж, ну зато дальше смогу Белоснежку висеть, а эту спящую красавицу. Ну и что ты задумал, коротыш? Помогите! Испугался, да? Ты не спишь! Ты всех обманываешь! А ты бегаешь за Белоснежкой и прячешься от всех!
Ну ты хитрая! У меня уже спина болит лежать здесь. А ты лучше вали отсюда. А я тебя сейчас дам и скажу, что ты не спишь. Только попробуй. Это мой единственный шанс спрятаться от всех. Окей, тогда это будет наш маленький секретик. Ага, выходит, что так получается. Слушай, как ты думаешь, Белоснежка влюбит в себя принца? Думаю, нет. Она ведь реально не очень. Эй-я, эй-я, эй-я. Эй-я, эй-я, эй-я. Добрый день! Мне нужна принцесса. Ты на правильном пути. Ты Жасмин? Нет, я же... Да, я Жасмин. Что ты делаешь? Вызываю духов. Стоп! Каких духов? Жасмин, мне нужна невеста! Она уже здесь! У меня есть туфелька. Если она подойдет тебе, то это судьба. Слушай! А зачем тебе туфелька? Купи ковер! Но зачем мне ковер? Ну, посмотри! Ну, посмотри! Какой хороший, красивый, качественный ковер! Не проходи, дорогой! Бери по скидке! Дурдом! Все, я ухожу! Стой! Дай эту фигню сюда! Все! Ты только на мизинец его натянула, а дальше нет. Ладно, вызову Джина. Сяски-масяски, Джин Влас. Чего? Ты с чайником разговариваешь? Сам ты чайник, там Джин. Эй, вылезай! Все, прощай. Судьба нас с тобой развела. Так и знала, что лапа бракованная. Нужно валить. Никакой невесты я здесь не найду. Принц, вы уже уходите? Да, я не собираюсь здесь находиться ни секунды больше. Ну, хорошо, хорошо. А с невестой вы определились? Вы своих ненормальных дочек называете невестами? Смеетесь? Они вам совсем не понравились? Да я в жизни не видел таких ужасных девушек! А я говорила, нужно брать меня! Принц, возьми меня с собой! Да ты... А лучше меня! Нет, он пойдет со мной! Сразу не понравился. А я говорила, что он мутный тип. Да этот принц вообще не наш уровень. Ох, тьфу! Сколько можно босиком ходить? Подумаешь, не подошло мне туфелька принца. О! Ну что сказать, я выкрутилась как смогла. Ну, наконец-то. Хоть перестанешь босиком ходить. Закрыли рты и за мной! Ах, повезло спящей красавице. Ее никто не трогает. Птички мои, птички. Везет вам, птички. Вы можете свободно летать. Белоснежка! Мартин, ты куда бежишь? Ты выбрал уже себе невесту? Там такое! Там такое! Какая невеста? Это ужас! О, ты глянь! Он уже возле Белоснежки трется. Ага, пусть уже определится, с кем хочет быть. Он такой переборчивый. А ну, убери руки от нее! Дылда! Давай, еще раз повтори. Только когда будешь рядом с ним стоять. Ты че? Если он это услышит, я в стенку влипну.
они доведут кого хочешь. Белоснежка, ты такая хорошая. Давай сбежим. Но как? У меня же семья тут. И гном этот ненормальный. Только ты и я. И никого больше. Подожди, но ты же ищешь себе невесту, которая влезет в туфельку. Я понял, что это не важно. Ты со мной? Конечно! Погнали! Моя семья больше не будет нас доставать! А с птичками все хорошо? Ну, конечно! Они же умеют летать! Нет времени! Бежим! Гном, гном! Они валят! Нет, только не это! Моя Белоснежка! Я не смогу без нее жить! Кого же мне теперь достать? Жесть, вот это трагедия. Девочки, мы провалили эту миссию. Мама, мне вообще пофиг. Я не могу вызвать Джина из-за лампы. А у меня вообще нет проблем. Живу как хочу. Одинокая тигрица, так сказать. Да у вас вообще никогда женихов не будет. Это у тебя не будет. Вы невоспитанные духи! Да что я могу? Что вы орете? Белоснежка, ее больше нет! Ты кто? Гном? Это тот гном, про которого постоянно говорила Белоснежка? Или мы тоже того? Я не могу теперь ее обижать! Она исчезла с моей жизни! Что ты с ней сделал? Где она? Где? Да отпусти меня! Я, в отличие от вас, любил ее! И это гном! Дайте мне лупу! Ой, а где твои глаза? Ой, вот же они! Прикольно! А этот чудик настоящий? Я, наверное, вообще в обморок упаду, если еще и спящая красавица придет. Всем доброе утро! Ты не спишь? Как это? Я не пойму. Ой, мне так это надоело. Думаю, хватит. Нужно веселиться. Пока все тут сидели, Белоснежка.